Итак, на реках региона начались подвижки льда. Уровни воды пока в норме, у спасателей готовность номер один. Уже завершены ледорезные работы. Такая практика для многих районов была новой. Там, где подобраться ко льду не получалось, применяется взрывная техника. Процесс разрушения льда, он начался. И начался, так скажем, благоприятно для нас. Поэтому по взрывным работам сегодня взрывники работают Орлицы, Кривое и Ступинские карьеры. Дальше Пермогорье, это уже Красноборский район. Ну и у самого Красноборска там промоина от Элима, она уже достигла Красноборска. Там до Солевычегодска вот на сегодняшнее утро это порядка 90% площади реки, а у самого Красноборска где-то порядка 10% площади реки. Также взрывные работы будут проводить в Холмогорском районе на реках Быстрогорка и Богоявленка. По опыту прошлого года на этих участках могут возникнуть сложности. А на отрезке до поселка Вайново, что тоже в Холмогорском районе, будут работать ледоколы.